Друзья, здравствуйте! Зацвела магия Рафаэля. Магия Рафаэля семиальбовая. Дама такая красивая. Уже полностью набрала она цвет. И можно увидеть, что по лепесткам венозный рисунок проявляется. Такая легкая-легкая серебрина. Вот она. На цветоносе 3 цветка. Я даже удивилась. Но растение отцвевшее. Ну, конечно, для фотографии я цветок подвязывала. Могу теперь показать, что сзади. Сзади куча ниточек, веревочек, чтобы это не упал. Бульба достаточно большая, толстая, налитая. Я вчера поливала. Сидит в архиате крупной. Что ко мне пришло? Ко мне пришло, вот, наверное, 4. По поводу пятнышек, вот они были давленные, я пыталась замазывать, но дальше они не росли. Следующие уже чистые, но деленка приходила цвевшая, причем неоднократно. И вот она выдала первый ростик акклиматизационный с одной стороны и с другой. Вот он. Потом с этого ростика ювенильного вырос еще один рост, но он не цвел. И потом с этого роста вылез рост с чехлом и цветонос. Как же сложно перенаправлять цветки, чтобы они смотрели в одну сторону. Я уже боялась трогать его. Вот. Сразу созрел бутон и начали расти цветочки. В принципе, как и у Давианы. Ну, и такое вот маленькое видео про цветение этой красавицы. Пока-пока!